7 многоквартирных домов в Избербаши будут капитально отремонтированы. Сейчас ведется активная работа по их обновлению. Капремонт планируют провести еще в 19 домах. В 6 полностью обновят инженерные сети и еще в одном фасад. Так, в 3-м и 8-м домах по улице Ленина работники подрядной организации приступили к капитальной замене систем газоснабжения. На объекты подвезены необходимые материалы и трубы. Ведутся и работы по ремонту фасада. Отмечу, что в прошлом году в городе капитально отремонтировали 18 многоквартирных домов.